Амурский тигр, синий кит, тюлени и десятки других млекопитающих сегодня занесены в Красную книгу. Спасти животных от вымирания может человек. Этому посвятили первый в Химках благотворительный забег. Спортивное состязание для тех, кому не все равно, прошло в эти выходные на лыжном стадионе «Снежинка». Открыла забег двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Яна Егорян. Спортсменка занимается благотворительностью и решила приобщить к добрым делам горожан. Нужно, во-первых, прививать любовь к животным. Таким способом это тоже работает. Нужно не забывать, что мы в любом случае здесь занимаемся спортом. Это хорошо. Соревнования состоят из нескольких этапов. Общая дистанция бега – 21 километр. Однако весь путь бежать не обязательно. Достаточно 1 километра. Главная цель встречи – привлечь внимание к вымиранию некоторых видов животных, в частности тех, что обитают на территории России.